Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика», в студии Галина Титарчук. За окном белым-бело, много снега намело. Такую картину пятничным ноябрьским утром увидели за окном не только чебоксарцы, но и жители республики. Долго ли будет продолжаться метель и останется ли этот снег лежать до весны, мы выяснили у синоптиков. Последний рабочий день недели добраться до работы чебоксарцам оказалось непросто. Конечно, к 9 часам утра сугробов на проезжей части уже не было, однако к такой погоде оказались не готовы сами водители, как следствие ДТП и пробки. Часть нашей редакции застряла в районе Афанасьева. Тем, кто добирался из центра Инваюшки, повезло больше. Но вот наступила вторая половина дня, а метель все еще не прекращается. Если верить сайту погода21.ру, то завтра метель даже усилится. В прогнозе на сегодня 20 ноября показан небольшой снег, а вот завтра уже просто снег. Однако доставать лыжи еще рано, убирать на антресоли резиновые сапоги и зонтики тоже не стоит торопиться, говорят специалисты уже гидромедцентра. На данный момент уже территория республики находится под влиянием североатлантического циклона, теплого и обширного. И в ближайшие как минимум 3 дня погода будет формироваться под влиянием этого атмосферного вихря. На завтрашний день, то есть на сегодняшнюю ночь и на завтрашний день, прогнозируются небольшие местами умеренные осадки, пока еще снега, мокрого снега, но днем они уже будут переходить в дождь. И, в общем-то, мы ожидаем, что практически вот тот снег, который выпал, он должен практически растаять. На понедельник и ночь, и день будут положительными температурами. Температура воздуха ночью будет +1, +6 по республике, а значит на день +5, +10. +10 это по югу все-таки республики. Это Алатырь, Батырево. Из-за перепада температур ко всем прочим прелесть тем поздней осени добавится гололед. Будьте внимательны на дороге и одевайтесь по погоде. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Глава администрации столицы республики начал утреннюю планерку с резкой критики ответственных за уборку внутридомовых территорий от снега. Алексей Ладыков напомнил, что согласно принятому в администрации Чебоксар регламенту, уборка снега должна производиться до 7 часов утра, а не в 9, как сегодня. К другим новостям. Сегодня в Доме правительства прошло рабочее совещание по реализации инвестпроекта «Этническая Чувашия». Исполняющий обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Константин Яковлев рассказал о ходе строительства объектов, обеспечивающей инфраструктуру этнокомплекса «Амазония» и этноэкологического комплекса «Ясна». Он также затронул вопрос освоения выделенных бюджетных средств. На сегодняшний день строительство систем электроосвещения, водоотведения, газоснабжения и транспортной инфраструктуры на территории Амазонии ведет «Чувашавтодор», и он не справляется со своими обязательствами. Минкультура Чувашии по соглашению сторон расторгла государственный контракт с этим учреждением. Сейчас объявлен электронный аукцион. Председатель кабинета министров Чувашии призвал подрядчиков выполнять сроки сдачи объектов. По программе капитального ремонта в доме номер 2 по переулку Химиков в Новочебоксарске полностью обновили газовую сеть. Но уже почти месяц жильцы готовят на электроплитках. В чем проблема, выяснила Екатерина Куприна. Переулок Химиков – одна из первых улиц Новочебоксарска. Дома здесь строили еще в 60-е. Сегодня все они капитально ремонтируются, а в доме номер 2 возникла проблема. После замены газовых труб необходимо обновить плиты, имеющиеся уже опасны в эксплуатации, и газовики не дадут разрешения на подключение газа. Для этого нужно провести общедомовое собрание, принять решение по смене плит. Но управляющая компания сделать этого не может. Нет ни председателя, ни совета, а большинство жителей – квартиранты. Но это еще не все. Дом в должниках, у него по текущему ремонту 1170 долгов, да, потому что деваться некуда, все равно надо ремонтировать. Вот на такой маленький дом 2 миллиона с копейками долгов за жилищно-коммунальные услуги. Представляете себе, что за дом, да? Вот, ну, а капитального ремонта у них сделали где-то на 1 миллион почти в этом году. Это и газ, это и канализация с водоотведением, ну и так далее. Там, да? Электрика тоже была по капитальному ремонту сделана. Как они будут рассчитываться с региональным оператором?
оператором за выполненный капитальный уже ремонт, тоже вопрос. Выяснить позицию жильцов дома нам не удалось. Разговаривать они отказались. Со своей стороны, управляющая компания полностью выполнила свои обязательства. Жильцам же необходимо погасить имеющиеся долги и определить, каким образом заменят газовые плиты. И пока эти вопросы не будут решены, газа в этом доме не будет. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. В исправительной колонии номер 9, что в Цивильске, начали внедрять новые формы содержания осужденных. Пока в качестве эксперимента. Как он проходит, показали журналистам. Что изменится в работе уголовно-исполнительной системы и насколько новые подходы повлияют на тех, кто отбывает наказание, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Отбывать срок в общежитиях строгого режима либо в отдельных четырехместных комнатах. У осужденных этой исправительной колонии появилось право выбора, в каких именно условиях они хотят проживать. Те, кто постоянно ходит на работу и соблюдает установленный порядок, попадают сюда. Отдельная кухня, телефон для переговоров и даже зал для воспитательной работы. Осужденных, которые показывают себя только с положительной стороны, переводят на более облегченный режим. Если же они нарушают, то мы применяем те меры, которые предусмотрены уголовно-исполнительным законодательством. Это изменение условий отбывания наказания, это перевод на строгие, где уже идет содержание запираемых помещений. Это применение меры взыскания, как выговор, штрафной изолятор, помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, а также перевод на тюремный режим. И именно постоянная планомерная растительная работа приводит к тому, что осужденные адекватно воспринимают те условия, которые им созданы, и, соответственно, оценивая их, ведут себя надлежащим образом. Самые законопослушные, в конце концов, могут быть освобождены из мест не столь отдаленных досрочно. После того, как здесь открылся воспитательный центр, основной упор начали делать на психологическую работу. Осужденных, которые попадают сюда впервые, содержат отдельно от рецидивистов. Это тоже приносит свои плоды. Теперь установленный режим в исправительной колонии нарушают все реже. Особенно молодежь, которая приходит в колонию, она же очень подвержена влиянию. Поэтому осужденные отрицательной направленности не могут оказать в данный момент на них влияние, потому что они уже находятся в другом центре. И, получается, не пересекаются друг с другом. Теперь здесь появилась возможность оперативно решать проблемы осужденных. Связаться с руководящим персоналом колонии все они могут вот из такой комнаты, оборудованной видеокамерой и телефонами. Есть у кого-то, может быть, какие-то вопросы с родственниками, каких-то документов не хватает, или родственникам нужны какие-то документы, разъясняют о том, о условно-досрочном освобождении. Если возник какой вопрос, не надо ходить искать сотрудника в штабе или где-то на производстве, он всегда находится там. Соответственно, любой вопрос решается моментально. В случае пробации, положительной пробации эксперимента, учреждение меняет штатную структуру, должностные лица предусмотрены, будут штатно введены и, соответственно, будут осуществлять должностные обязанности уже на постоянной основе. Правда, пока и психологи, и педагоги работают в исправительной колонии в рамках эксперимента. Именно по его итогам можно будет сделать вывод, станут ли подобные центры эффективным инструментом на пути к исправлению осужденных. Эксперимент завершится в следующем году, 30 июня. Если новые формы содержания осужденных докажут свою эффективность, то центры исправления откроются и в других колониях республики. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Кадеты Чебоксарской 14-й школы второй год подряд представляют Чувашию на параде памяти. Инициатива родилась в Самаре. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года. Самые лучшие участники сегодня получили благодарственные письма. Куйбышевский парад 1941 года. Именно так назывался тогда город. Одно из самых значимых событий в истории Великой Отечественной войны. В этом году его посвятили героям России. 86 парадных расчетов, в которых приняли участие представители всех регионов ПФО. В одном строю с военнослужащими, членами военно-исторических и ветеранских объединений прошли 52 чебоксарских кадета. В их глазах было видно понимание того, что происходит. Их привезли не просто так покрасоваться, показать их строевую выучку, выправку, но в глазах читалось и то, что они понимают вот ту осознают ту героическую, вот эту внутрь пропускают через себя эту героическую страницу истории нашей. К параду готовились, оттачивали кадетскую выправку и строевой шаг. Иван Ершов первый раз стал участником парада. Для меня было честью пройтись по площади Куйбышева со своими друзьями и увидеть ветеранов. Понравилось увидеть технику, увидеть другие взводы,
форму их. Я испытывал чувство гордости за свою страну. 3 дня в Самаре были насыщены мероприятиями. Ребята побывали в Самарском кадетском корпусе. Увидели, как живут и учатся их сверстники. Многие из них задумались о продолжении обучения в военных учебных заведениях страны. Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. В репертуаре Чувашского государственного академического драматического театра премьера. Сегодня состоится спектакль «Моя звезда на небе» по пьесе чувашского драматурга Николая Терентьева. Это новое прочтение известного произведения. В чем отличие нынешней постановки, узнавала наша съемочная группа. Ферма. Место действия меняется словно в калейдоскопе. Персонажи оказываются в разных ситуациях. Это и конфликт интересов, и физическое противостояние, и душевные муки. Анну Кудряшову играет звезду легкой атлетики Ингу Ласточкину, в которую влюбился главный герой Илья. Как я готовилась к этой роли? У нас в сентябре была спартакиада. Я участвовала там. Это, конечно, очень мне помогло, потому что как раз вот вся эта атмосфера, я как раз бежала, эстафеты передавала, выбежала первой. В настоящее время мало интересных пьес, отмечает постановщик спектакля Наталья Сергеева. Поэтому, берясь за классику, важно понимать, что время сейчас другое, а вот ценности остались прежними. О чем пьеса? О любви. Только мелодрама, очень легкая мелодрама о любви, о семейных ценностях, что в жизни главнее, семья или легкий заработок, разгульная жизнь, ради чего мы живем. Вот об этом пьеса. Николай Терентьев – талантливый писатель и драматург. Многие пьесы вошли в Золотой театральный фонд республики. На сцене драмтеатра «Моя звезда на небе» – вторая постановка по пьесе мастера. Первая, «Потерявшая сон», была тепло принята чувашским зрителям. Те пьесы, которые сейчас идут на нашей сцене в этом году, вновь поставлены, они очень современные, то есть не устарели и по теме, и по взаимоотношениям, потому что Терентьев, он все-таки пытается изучать, не только изучать и рассматривать, что происходит между людьми, какие коллизии, какие конфликты, какие события, как люди проявляют себя. Увидеть свою звезду на небе сможет любой желающий. Спектакль войдет в репертуар этого театрального сезона. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения «Чувашия».